у меня за спиной то, что оккупанты называют военным объектом. То, что они сегодня поразили своим высокоточным оружием, это они называют военным объектом. Уже сейчас подтверждено 8 погибших, из которых один трехмесячный ребенок, девочка, которая так и одесситка, которая так и не увидела жизнь. Твари вы, и гореть вам в аду.